Все понятно, что ничего непонятно. Не знаю, я команду понял хорошо. Ебать все, что движется. Все, что не движется, двигайте, ебать. Все. Хорошо. Двигайте, ебать. Двигайте, ебать. Запомнил. Так. Кого можно подвинуть? Ты что, бухой? Еще нет. Бля, это провал. Мы все умрем. О, это что за, блядь? Бля, забываю, что вы меня не слышите. Мы все умрем. Да. Не знаю, как... Идем? Ну, ждем. Ладно, же 20 секунд. Давайте по-другому, каждый сам за себя. Не, подожди, 10 секунд. 5, 4, 3, 2, погнали. А куда идем? На точку А. Да вон, за апокалипсисом беги. Акапалипсис. Вот. Нихера ты быстрый, блядь. О, блядь, давай я тебя просто Апу буду называть, потому что мне сложно апокалипсис вот это все время выговаривать. Так-то Вова. И Вова так же, короче. А, ну да, Вова, все. А, блядь, вы меня не слышите, точно. Я тут с вами разговариваю, но пока бежим, я могу говорить. Давай, давай. Пока там на точке никого нет, можем в точку заходить. Слева пачка. Наверху есть мушкет. Но я ну, в принципе, мы можем их убить, давайте. Навалить, блядь. Давай, давай, погнали. Минус. Я за хилом. Второй нахуй, минус, еще один. Куда? Залили. Что, блядь, еще один минус? Ну, все. Еще одна пати идет. Если мы быстро им стримим, то все нормально будет. А, не, две пати идут. Точка, точка, точка. Стопорите их, стопорите, чтобы они не, нас не скинули. Ай, сейчас будет больно что-то. Так, я вот так встану. Стойте в точке, закопти... Не закопти, нихуя. Не, мы не смогли. Ребят, москитчик работает там. Так, кто живой? Офис, вижу тебя. А я не слышу соло, почему? Я его не слышу. Так может он ничего не говорит, ё-моё. Всё, биовизард уже меня ебёт. А им работает. Я, мне пришлось убежать в другую, блядь, вселенную, нахуй. Чтоб перестал. Так, продолжаем всё прессовать. То на, продолжает прессовать. Бать, прямо в голову. Давайте, сана С. Сана С, кто упал сейчас? Сана С, бежим. Да, я бегу. А, не, это те, кто упал. Мне кажется, суицидница будет быстрее. Я добегу. Ну, она и суицидница. Не, я биовизор тут так просто заходим. Не отдамся. To the point, guys, to the point. On C. Если на хосте туда сейчас пробежать, то может быть. О, мистер. Встречаем их, встречаем, встречаем, не даем им подойти. Давай, 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 есть, хорошо. Бил визов, на да, меня сейчас застрелил. Рез на отцепся. Респаун туси, алтус. На С, на С. Ресайтесь на С, если живы, то на. Ну, походу нам на А надо. Я правильно поняла. Давайте выходим через. Бля, через лево или право, не знаю. Нам на А надо вернуться. Или тут пока останемся. Так, где вы, я вас потерял? Я пока. Я серк заливаю. Я не могу. Я тоже на С.
А, заливайте, они вроде бы сыпятся. Так, все, кто умирает, в Артемпе встаем и нашу. Все, кто умирает, остальные деремся, продолжаем. Давайте аимщиков запинаем. Блять, меня застрелили, я только встал, блин. Ну, у меня пока тьфу-тьфу-тьфу более-менее нормально. Что-то получается. Там А начинают коптить, блин, нам надо туда прорваться. Угу. Нет, мы тут задерживаем толпу, и это так, дает коптить А. Не стакаемся, не стакаемся. Хорошо. Пятая, шестая на А. Нет. Я иду по большому кругу. Думаю, что за мной выдвинулась пачка хилхантеров. Respond to C and continue pacing to B. Какая же глупая затея. Пятая, шестая, кэмп и нашку. Регруппируйся вместе с второй, четвертой, третьей, десятой. Блять, что у вас там на Ашке? Меня заебали стрелять, блять, это что такое? Блядь? Мне приходится убегать очень далеко, когда мне начинает стрелять лучник, потому что пока я близко, он попадает 100%, блять, я так не попадаю, как у меня попадает. Слушайте, блядь, они, блядь, бегают по 3-4 вместе, блядь, и рвут все, что попадается нахуй. Мы разбежались. Кто где хочет, кто где может, блядь. Вы где? Я встал на варпунку, потому что на точке вставать, блядь, бессмысленно. Так, нам не надо. Я иду прессовать А. Надо на А сейчас идти. Если вы на порту, то пойдемте вместе с форта. Так вот это и надо делать, блядь. Давайте, если вы сейчас будете вставать. 8 секунд, 6 секунд. Стойте, не уходите, одни сейчас вместе пойдем на А. Ну вон там жужу. Вот, либо мы по одному туда будем бежать, либо вместе. Ну. Я уже на А дерусь. Сорян. Я уже два фрага здесь сделал. Слушай. Третий фраг. Правда, блядь, не мне достался. А, мы деремся. Делал фраг нас. Еще. Блять, они булочки сладкие. Сегодня что-то умирают, как говно. Пока мушкет не стреляет, сука. 8-9 to C. Continue respawn C. Все. Мне пришлось спрятаться за деревом. Сорян. Я не могу уйти. У меня нет банок в откате, меня стреляют мушкет. Сашки вдоль форта на Бэшку давай. Вдоль форта на Бэшку сказал. Это не нас касается, мы идем как нам удобно. А, мы же через лес, да? Мы через лес. Я потому что. Если я пойду у форта, меня застрелят мушкет. А мне нужны деревья, я за деревьями прячусь. Угу. Я тебя поняла. Тоже в Б стою. А зря я тут стою. Я в Б не стою, но я держусь поодаль, очень хорошо. Нет, заливаю я уже урон. Это... Ай-ай, уйдите, уйдите. Да иди ты нахуй. Помоги мне попрыгнуть на тебе, прости. Блять, вот уродец. Спасибо. Спасибо. Убил за, его, убил за его. Ага. С Бэшки прям, с кампа бежим. Хорошо ему так дал. Ага. Нормально. Сбоку, сбоку нас лучник. Угу. Справа, справа. Заливаю этих справа. Угу. Тоже. Заливаю справа. Здесь хилы, добейте, добейте, добейте. Хил, хил, хил. Стараюсь.
закупаемся клинками и так далее. Вот сейчас никаких игрупов, сейчас надо давить, блядь. Главное, чтобы он не сказал неожиданно игру. Если вы чуть направо пройдете, вот тут хилы. Пройдите направо. Ребят, идите. Я continue pushing from C. Так, на нас заходят, заходят на нас. Нет, за мной погоня. Я очень сильно отступил. На нас заходит, группа хиллхантеров заходит. Одного лучника еще застрелил, сука. Вот сука. Надо в толпу съебаться. Ага, съебалась. Не съебалась. Полностью не съебалась. Скомпа. Скомпа будешь сюда. Ладно, окей. Меня просто за секунду стерли, бля, лучники. Вторая, третья, четвертая, Сашки ресается. Вот сзади классно зашли сейчас, просто. Отлично. На 12 залить. Забрали. Короче, на они вырезают все, что стоит в группе. Где стоит? Бля, все. Они вырезают все по бокам этих. На 12 так, врач. Даже не дают позволить. Сейчас, сейчас, на 12. Репорт Бейвизарда мне стоил 2 минут осады. Что, Бейвизард пью? Ну, я ведь да, всегда репортирую. Да, доклад, доклад, на 6 часов надо. Когда рез пропадает, приходит тревога. Но я буду всегда репортить его, пока его не забанят пидора. За одну секунду въебать мне 6 стрел подряд, блядь. Надо бы собраться, мы прям все по разным сторонам стоим. Но мы же без хила, поэтому мы стоим там, ну, где то каждому да. удобно, чтобы ну, пизды не получить. Ой, я 2 хила нашла. А ну-ка. Group 7, 8, 9. Ух ты, козлина. From C, pushing from C. Первая, пятая, шестая, вторая, четвертая, третья, десятая с А. Затекаем, затекаем, пока деремся. Так, Пэлла, что там по регруппу? Нужен фулл регрупп или нет? Чё? Так, десятая группа между А и Б мушкетов за контроль все лучника. Как раз в той точке, где вам ставил, вам стоять, там враги стоят сейчас. В контроле. Погнали, пройдемся. По-моему, вы как раз там и стоите. Я как бы далеко. Так, я сюда специально и пришел отстреливать. Уже одного убил. Еще одного забрал. Надо... Бля, тут вправо проходить не особо варик, да? Так, идет один ко мне. Блять, беремся, просто пидор гоняет. Продолжаем их пушить. Пытаюсь его отстрелить. На 3-5 их пушим. Он пошел на меня, но отстал. Блять, сзади мушкет. Так, на 9 часов застал, вражеский. Ах ты, сука. Пошел нахуй. Где? К
Клинц и в кусты, срочно. На 12 часов вражеский застав. Я выжил, в кустах спрятался. Покажи, где этот мушкетик. Не знаю, он из толпы стреляет. В этом и прикол, что он в толпе прячется. Блять, опять мушкет. Сейчас попробую вычислить. У меня еще проблема, что после ревога звука нет в игре. Знаешь этот прикол? Нет, первый раз. Когда ревожишься, есть звук такое, есть такое. Уходит. Я не слышу выстрелы по себе, откуда они. На 12 сторон. Зайдите в это, в точку зайдите, каптим ее. Заходим в точку. To the point, guys, to the point. На час, на час. Старт на час. Боже, на в точке час. Стойте, пожалуйста, просто. Стою, в стою. Вот, есть. Все хорошо. Уходите с нее, уходите наверх. Вот хорошо, шикарно, шикарно. И давим, давим. Угу. На 12 надо зачистить их на 12. Разломаем до ворота еще. Да-да, клинцы, клинцы. Так, Б ворота ломаем и перетягиваемся к Си. To A gates. To C gates, I guess. To C gates. Ударь спам on A. Pushing to C gates. Так, мы что делаем? Я пока стреляю по C воротам. Да, я тоже по C. Я стреляю по горным пока воротам. По B стреляю. All to C, all to C. Ну. Не push from C. На C бежим. А какие у нас ворота были закреплены за нами? Задние? Хила вот этого еби. Вот хил. Справа, справа. Ага. Иду наверх. Просто забегаем наверх. Остальные на цель дерутся. Что, попробуем вверх занять, что ли? Да. Какой-то момент попробую пробежать. Пока здесь. Здесь тоже много сладких булочек. Хилл, сука, где наша дура вот? Потому что я, если наверх заберусь, я там и останусь. Меня там никто не откилит и не спасет. Блять. Нет, все продавили. Мы не зайдем. Все, ребят, десятое. Вторая и десятая, вторая, первая, наверх, остальные C, push C, push C, everybody, push C. Я не слышала, что он сказал. Continue, rest, нам A, наверх, он сказал. Ну тогда мы тут не пройдем сейчас наверх, там вон, посмотри, сколько этой хуйни красной. We destroy horns now. Хотя? We need pushing from C, everybody. Я старался, не получилось. С другой точки. А через задние, через задние есть что-то? Там... Надо ловить окно, надо... Е, не, может мы на Е пойдем сейчас, попробуем их сломать. Точку А реально пробить. Да? На А, да. Пусть на А помогает. Давай здесь. На А пошли. Скушайте. Иду на хосту, хосту скушайте, побежали на А. Через А попробуем зайти. А через Б можно зайти, вообще, блять, нулина тут-то. Давай через Б налево и на лестницу попробуем. Так, ух ты, десятая группа там через Б, никого... зайдите. Я пробежал. Да, десятая группа через Б. Ваша задача наверх, десятая группа. Я тут в спину зашел пацанам, хорошо так. Сколько зашло наверх вас? Нет, я не на тот верх зашел. Горно убили или нас убили? А, я могу там перейти. Там, там на меня развернулась толпа, так. Окей, мне пришлось прыгнуть. Окей, full regroup. Значит, десятая группа, ваша задача будет... Я не понимаю, как... Собраться, добить горно.
Окей, добраться до Бигхорна наша задача. Group 5, 6, Seagate. Знает, как лучник стреляет 3 раза подряд за 7-8 полсекунды. Group 1. О, не тема, это не время, это обсуждается. And Z. Group 3. Слушаем колы и слушаем. То же самое, 3-4. За. На Б дофига народу. Пойдемте на А. Нам, конечно, окей, 2-4, 3-1 Б. Под хостой. Блин, ну я забежала, я тут одна. Меня сейчас выкурят, и меня выкурили, все. Ну ж никого вообще нету. Ёптить мопсить. 5-6, 5-6. Где вы находитесь все? Си, прессуем на Сишку. У нас двое на А, остальные где? У нас тут одна целая пачка, даже две уже охраняют на А. Вы не зайдете тут, можете возвращаться в другое место. Не можем зайти. Не, ну можно пока их покатить чуть-чуть. Время есть еще. Я ушел. Они развернутся когда? Пушим, пушим. Дать время другим, может они там зайдут лучше. Три человека, Battlefrost Apocalypse, вы можете залететь наверх. Встаем и через цепь пушим, Саша. Я сейчас проскочу. Если лучше всего, вы проскочите там. Дайте знать, кто умер, стоит на С и пушит через С. Я прошел наверх. На хосте, на хосте. Иду наверх. Давайте, на респ встаем. Сколько респа? Так, а в чем прикол горным бить? Я не внутри, давайте, инфу, что там делать? Нёй, занимаемся, не слушайте соло, пожалуйста, ребята. В точку. Мы не той, не тем составом играем, чтобы слушать команды какие-то. Вы без хила, какой заходить наверх ломать горны? Вы не дойдете до них. Окей, continue fighting. Ну, сами подумайте. Мы наверху. У нас тут трое было. Давайте не будем бить горны, нафиг. Ну вот я максимально ауешный хил, и меня посылают на какую-то горн ломать. Чё, блядь? Python response. Я пока что стану с пацанами на С, потому что я не могу пройти. Я сейчас соло запущу. А, я сейчас через С я зайду. Сзади Акуфит заходит. А, это хил. Противоположно лучше, время. Блять, за секунду меня разорвало, не знаю. Нет, не продавили. Потому что справа два человека зашли и по фокусу тебя жахнули. Я это все наблюдал. Вот надо было их идти пиздить, а не горны. Так я не горны пиздил, я пиздил со случниками с противоположной стороны. Окей. А на респауне никого нет, сейчас они тоже встанут. А у них никто не мертвый. Вот он респаун, надо эти забрать. Да, дезу мне не давайте, стойте им фотки, чтобы он нормально был. Чё там за обстановка? Внутри бой идёт ещё? Окей, full regroup. Same positions, full group. Groups 7-8. Group 7-8 to B. Go to B. Без Б? Заход. Group 9. To C gates. Regroup, full regroup, guys. Destroy the gate. Окей, destroy gate. Все ворота уходим, просто уходим все ворота.
Ну вот этого что же забрать надо. А, мы можем пуш сделать. Пэлыч, молчи. А с других вот что? Эвил? Окей, на С встаем, через С пушим сразу же. Кого слили? Через С, пуш фром С. На С, респаун ту... Мы можем зайти, апокалипсис туда. Тут три человека, блядь. Где? Где? Мы-то на зайдем, а. Но у них очень много арчеров. Наверху. Ну вот они сейчас нас... будут пушить, если они зайдут, то и мы зайдем наверх. Нам, нам надо, чтобы арчеры были кем-то заняты, а так они меня застрелят за пару секунд наверху. Я понимаю, блядь, нет, все, мы уже не зайдем. Так, ну-ка. Надо наверх залезть. Слина. Десятая группа, наверх залазит. Пошли на Д-ворота, на Д-воротах. На Д. Я готов заходить через Д сейчас. Бля, время. Все, окей, все за минуту. Через Д можно залезть. Ну, хотя, если мы сейчас респаунили, они там все заходят. Я думаю, через А тоже можно будет зайти. Смотри, я они сейчас заходят, зашел, да? Все, заходи, нормально. Значит, они там зашли. Ага. Надо вот туда залить. Вот это вот залить. А где они, блядь, зашли, если они нихуя не зашли? А вы есть эта пачка. Бля, вот я сейчас залез наверх, шлепнул двух. Стукнул, окей, не убил. Окей. Твоих мушкетчиков и за мной просто 10 человек гоняют. Вот пачка сейчас заходит на А. Помогите этой пачке, пожалуйста. Я уже здесь. Очень воюю на. Everybody to respawn. To respawn points. 5 seconds to respawn. Надо зайти наверх, блядь, и проконтролить этих с другой стороны. Блядь, я сейчас погибну. Так, выживаем как можно больше. Как можно дольше уже, сейчас не отдаемся вообще, просто пизда. Не отдаемся, без пуша, без раш. Зада. Нас минута выбить врага. Ну да. Спокойно, методично выбиваем врага. Из этих мы 30 секунд лежим.
прикольно, берем двое ворот, все остальные. А, толпа на толпу в узком проходе, не имея РНЖ. Круто, да? Это да, прикольно. Да мы не могли верх захватить, у них лучников и мушкетов больше, блин. Так поэтому, ну, я и говорю, мы играем против кучи РНЖей. For your help. Ну, эти чуваки, как бы, молодцы, наверное, я не знаю, какие у них там ники были. Ну с ними мы вот что-то смогли. С этими зелеными. О, более чем в два раза оторвался от второго нашего. Ништяк. Ну, второе и третье это хилхантер и хил из пачки хилхантера. О, неплохо. Четвертое, пятое, вы. Идемте в Дискорд послушаем, кто это вообще такие, мне аж интересно.